Привет всем, вы на канале Bear и Game. Мы продолжаем проходить Barnyard ферму с животными. Сейчас ночь, и мы должны поспать до утра, потому что мы поспали, но не сохранились до утра. Тогда у нас будет задание. Надеемся. А, ну да, да. Если нет заданий, поспать. Понедельник. Ой-ой-ой, понедельник. О! Ладно, 5 минут мы потратим на то, чтобы поколотить эту херню, хорошо. Ой, ты на нас смотришь со своим поросячьим носом. У цыпленка задание. Жесть! Цыпленок, у тебя задание есть. И сразу музыка с велосипеда начинает. Начинаем утро понедельника со сбора всяких там полезных. Зарабатывание денег. Все так начинают свой понедельник. А у кого 2 через 2, тот не начинает с понедельника. Иногда. Может, иногда, да. Один раз за месяц, может быть. Шины нельзя бить. Ну все, в общем-то, можно еще, конечно, подколотить. Ладно, пособираем. Нужно же денежек-то пособирать. Побить сено, перевязанное проволокой. Мука? Ага. Да? Да, муку можно тоже продавать. Так, кратиская. А? Так точно, да. Корова, которая была в загоне у Джеки Чана, а? 50 собрали, ну, так. 5, да? 5. 6. Ой, нормально. Ой, у курочки есть задание. И у курочки, да, и у... Яичко, яичко соберем. Да нужно. Привет, медочек. Кстати, я бы сейчас от меда не отказалась. Так я читаю. Ну давай, читай. Где тут мед можно достать? Несколько ульев стоят в ореховых лесах. Ворота находятся наверху одуванчиковой лужайки. Чтобы собрать мед, нажми F, чтобы добраться до улья. Используй A, D, V и S, чтобы собрать мед. Берегись, пчел укусит взад. Зад будет еще больше. Если так их увидишь, беги или найди, где можно спрятаться. Вот ключ к воротам ореховых лесов. Зашибись. Невероятно! Да, мы вместе. Итак, тебе удалось раздобыть меда? У нас есть мед. Попробуем. Вы получили награду. Ключ к ореховому лесу. Ну, зашибись. Я хотела только получить яйцо. Давай, а мое яйцо по нему получим. Время, да. Время, на время идет. Время идет, блин, время. Time. Скат, Что ты там говоришь? Где у нас ореховая роща? Стой, подожди-ка. А, ореховый лес, вот он. Смотри, у нас только 2 ключа. Смотри, сколько нам еще херачить. Разработчики постарались. Ну, пойдем к ореховому лесу. Как нам в ореховый лес попасть? Где он? На той стороне, на этой стороне? А вот так вот прямо. А, все, поняла. И вот сюда. Да, прямо. Во второй съезд, во второй... Идет! Ага, ищи! Хом суслика. Сам ты суслик. Фу, какое поганое слово. Слезаем? Нет. У нас ключ от орехового леса. Только байк. Да уйди ты со своим байком, дай открыть дверь. Что, какая-то курица стоит там. Курица стоит, кобец. Курица, да. Стоит и бреет свои ноги. Клювом выдирает локоть.
Главное по карте смотри, да куда едем. У нас время. Мед надо собрать. Баночку меда. Ну, если мы правильно едем, да, это овощная зона, то мы скоро должны доехать. Ука, дуванчиков. Опанзир! Финт, есть. Совет вам, да, любовь. Пиги говорит, чтобы получить хороший результат в прыгании и в грязи, нужно больше бить, чем прыгать, не теряя жизнь. Как у нас? Он теряет жизнь, поэтому проигрывает всегда. Класс. Смотри, какая радостная дискотека. Все, у нас открылась еще одна зона. Собирать мед. Давай соберем. Сейчас посмотрим, чтобы пчела не ужалила. Попробуем. Медок. Свинячий медок. Ой, мама. А куда прятаться? Куда он сказал прятаться? Эф. А, Эф, прятаться. Чего? Чего делать-то? А может так отбежать? Если что, обратно в дупло. Вон молоко. А, брызгать их не можно. Точно, у нас молока 5 бидонов, так что... Убегаем. Ударить, Space. Фу-фу. Блин, подужалили, да? Да. А живо? Да. Ты вроде живо. А фиг его, взяли мы мед, не взяли. А, нет, мы не взяли мед. Его там как-то... АД. Уходим. Бежим. Пробел жми. Чё такое-то? Чё так близко? Жми кнопки, Кать, беги. Run away, slip away. У нас только вообще маленькая баночка меда. Ни хера, сколько нам тут херать. А чё, нравится мед собирать? Да фиг его знает, непонятно как. В общем, надо вот так, В, А, С, Д. Вот так, В, потом что там? Патрулит, а? В, А, С, Д, вот так вот. Давай. Пойдет такая еще, как я хотел. Мед надо хранять. Мы воруем мед. Они его вырыгивают из своего рта, переваривают в желудке, вырыгивают, понимаешь? Мы едим рыгеж. Рыгеж пчел жрем. Брыгать мы их можно. Есть. ВСД. Ну что такое? Есть. Бежим. Ай-яй-яй-яй. Почему такая фигня всегда вблизи? Бежим, летят на нас, оп. Почему так всегда вблизи у нас получается? Патрули? Ну, нихера себе пчела такая ужалит, умрешь нафиг. В них можно брызгать. А как брызгать, я не знаю, я забыл. Вот они улетели, да? А, вон они летают, это они летают, да, получается? Да. Медок? Брызги в них, брызнешь. Улетаем. Ой, разозлились. Ой, мы разозлили пчел молоком, кабец. Вы когда-нибудь злили пчел молоком, а вот мы разозлили. ВСД. Давай еще чуть-чуть. А, надо вовремя собрать, тогда все в порядке будет. Уходим. Все, вон дупло. Ага, понятно. Вот так. Надо быстренько чпок-чпок. У нас полбаночки моего. Вон еще чуть-чуть есть. Давай пойдем. Мы любим мед. Кто любит мед? Да все любят мед, правильно. Только вот дорогой он поганец. Чего? Ну, есть. Убегаем. Че она не бежит? Барабанщики. Кто-то тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Специально же барабанщика подобрали, да? Угу. Так, блин, точно. Они, походу, за нами. Они за нами бегут. Какой еще звук поганенький.
Ай-яй-яй, что-то там они активировались. Собрали? Бежим. Куда бежим? Давай, быстрее! Лысинку не трогайте, нам! Еще там может что-то собрать. Давайте, улетайте отсюда. Пчелы разозлились. Ну да. Пчелы. Если не узнают, что у них мед стырила корова, зашибись. Последний где у нас остался? А вот прямо баночка. Да? Можно бить эти ящики? День. Давай, давай, давай. Набираем. Грабим этих пчел. Потому что мы хотим... Последний. Немного... Есть, бегим. Ой, бежим. Пробел. В дупло прячься. Все. Мы собрали одну банку. Есть. Иди к выходу, пойдем. Все, живите своей жизнью. Мы выполнили очень страшную работу. Нас ужалили. Где у нас выход, интересно? Вафику. Ищем. Найдем по-любому. Прям не нажимается. А вон и выход. Покинуть лес. Ну, поедем. Собрали одну баночку меда. Интересно, у суслика сколько бы этот мед стоил? Один из одного, да. Время ну... у нас идет. Нам надо приехать курице и отдать ей мед. Ну, можно еще по пути что-нибудь, может, пособирать. Миссия идет. А, мы уже приехали. Ты что здесь делаешь, крыс? С выпученными глазами. Да, его надо подальше ставить. Ходят слухи, что на свалке очень много койотов. Бен запретил кому-либо туда ходить. Помолочай, можно будет лазить. И помыться в этом... В этой ванне. Что-то крысик делает. Там просто стоит. Какой-то слишком уж большой крысик. Да, непонятно. Что-то ты мутированный, что крысик. Пип какой-то мелкий, наоборот. Все собрали? Да, точно. Все собрали. 69 монет! Что, какой-то совет? Совет мы должны почитать. У Ханны и у кур всегда есть в запасе яйца в курятнике. Просто ударь по откосу, и яйца покатятся вниз. Да, можно даже много яиц собрать. Пофиг, давай соберем. Потом она будет гавкать потом. Ой, гавкай. Курица будет гавкать. Зашибись. Еще один совет. Пип говорит, что на ферме всего 64 дерева. Сообщений. Ты нашел их все? Непонятно какие-то. Сообщений на дереве всего 64. Ты нашел все? Нет, мы не нашли все. Мы нашли штук 20, может быть. Вот эти сообщения? Да. Дюк говорит, чтобы получить хороший результат в пуле на ферме, нужно бить правильно и загонять как можно больше шаров. Да, мы будем загонять шара, шары. Это что тут совет этот? Отис нашел 5 точек на территории для отработки супер поливалки. Ты их все нашел? Нет, мы ни одну не нашли. Мы, так сказать, еще только открываем территории, поэтому еще неизвестно, что там будет. Куда нам ехать вообще? Надо как-то выехать отсюда. Где мы вообще находимся? Скотный двор. Вроде бы нам куда-то вот сюда. Вот, да, да. Я ориентируюсь по этому пруду. По запаху. Уже 69 мы откуда-то набрали монет, да? Как да. Так получилось. Ну ты ж там била, потом там, где крыс стоял, побила. И ящички. Пойдем в корочки. Здесь можно оставить. Ну, собрали мы метку.
Это было нелегко. Ну конечно. На, поговори, отдавай свой мед. Забирай. Ты мне мед принес? Ты знаешь, что нравишься девушкам? Что нравится девушкам? А, что нравится девушкам? Ты можешь вернуться в ореховые леса в любое время, чтобы раздобыть меда. Да. Еще увидимся. У нас, значит, два ключа, две открытые территории, два забора. Ой, зашибись. У нас 140, 144. Задание выполнено, поэтому мы всегда сохраняемся. И я не знаю, пойдем ли мы выполнять, не пойдем. Второе задание, но мы должны сохраниться. Да. И набирать. И набирать всего, да, чтобы продать суслику, чтобы купить полностью, скупить у него все. Да, мы так и собираемся сделать. Ну там очень 700 рублей какой-то долларов сусликов. 700 сусликов стол стоит. 700 сусликов. Да. Сохранились, все нормально. Ну что, кто у нас там еще? Кто у нас там хочет? А, ну мы на велосипеде. Петя, ой, маленький Петя. Маленький цыпленок, да? Что ему там надо от нас? Может, маленькая курочка, хрен его знает. А, нет. А, это девочка, смотри. Ой, ты шапочку одень, ты яйцейская, розочку одень. Ах ты, цветочек, смотри, курочка, ну, такая милашечка прям тут. Медди. Привет, безумная корова, идем играть. Привет, безумная клуша. Ты должно быть Медди. Ты не хотела бы поиграть с нами в прятки? Мы спрячемся в амбаре, ты должна будешь найти нас всех. Окей, я считаю до 10. 1, 2, 3. Мы разбежали все. Зачем? Чего зачем? С цыплятами играть. Ну ладно. А что такого? О, кто там хрюкает? Надо найти 7 штук. Мне кажется, на улице, может быть, зачем мы сюда? Она же говорит, а в амбаре. Да? Да. О, то мы найдем их сейчас быстро, чё ты? Чё ты, Петя? А? Спрятался? Петька. Пойдем, пойдем. Мы найдем много всех. Курочки. Чё это такое? Вот здесь они, наверное, а? Может, в ящике спрятать? Ага, попалась! А что, не бьется? Блин, у нас ключа нету. Понятно, может, и стучало. Ну, блин, сколько ж мы их искать-то будем? Давай ящики, может, они в бочках сидят, фиг его знает. Ну-ка, если мы его разобьем. Вот там монетки. Просто монетки, да? Охренеть, как вы в амбаре спрятались? Как же вас так найти-то? Мы еще ни одного не нашли. Сейчас хочу попробовать выйти. Спишь стоя, молодец. Научиться бы мне спать стоя, когда нечего делать. Чтобы не грустить, не думать, что бы поделать. Ну что такое-то, яйцейская сила? Нихера себе пряточки, ё-моё, да? А вон один мудак. А чё ты здесь стоишь? Ты чё, типа спрятался, зарылся, что ли? Вообще, да? В амбаре они написали. Разработчики, вы чё? Ладно, я думал просто на улице. Вон второй. Третьему там где-то. Ладно, не так... О, блин, показалось. Не так это всё сложно. Ладно, давай еще искать. Они где-то здесь. Троих мы нашли. Они вели заблуждение, может быть, да. Ой, вот они. Ну, не так быстро. Ой, не так легко это. Ой, не так трудно. Так, еще двоих давай найдем. Петь, ты засунул его себе под перья, а? Ух ты. Грудак на вынос. Так, двое остались. Как вам? Ой, этого мы нашли. Вот эти двое. О нет, это эти же, да? Петь,
Маленький Петя, скажи, где... Вот еще один. А вон еще один желтенький. Да, еще один. Другим. Ну и все, зашибись. Последний. Нам с ним поговорить надо. В траве вообще у него спрятан. Ты нашла меня! Денег давай. Откуда? Ты крута! Ты нашла всех нас, ты самая лучшая корова в мире. Пока. Ну вот и отлично, мы выполнили две миссии. Ну, что, как и мы обычно, как я и говорю, что мы обычно делаем, мы обычно сохраняемся. И говорим нашу последнюю речь. Сохранили? Угу. Вот все. Подписка на канал, вступайте в группу, контакты, комментарий, лайк, пока. Пока. Кузя. Мяу. Жора! Сеня, дичь! Он сейчас уснет, прям вот так.